станції сейду, з ума от скуки. 16 лет прошло. Да, 16 лет. А все так же. Абсолютно все одно и то же. Да, время бежит, но жизнь меняется. В газетах вот пишут, что конец света опять переносится на конец 2015 года. Ты где собираешься отвечать? Ну, как обычно, дома в кругу семьи. Я думаю, ресторанчик сгоняю. Ну, а на следующий день в баню. Какая баня? Конец света. Я говорю, все человечество, баня. А, да. А я, значит, решил, о, буду писать мемуары. Да. Не боишься, что посадят? Ты сейчас не знаешь, что такое мемуары? Я именно поэтому спрашиваю. Да ладно, вот смотри, я все записывал, вот смотри. 98-й год. 98-й год. Масляков назвал меня перспективным. Да. 2002 год, смотри. Масляков назвал меня перспективным. Вот 2008, вот, вот. Масляков-младший назвал меня перспективным. Про меня ничего нет? Есть, вот. 98 год, ты занял у меня $300. Ты же сказал, что забыл. Я забыл, дневник помню. Ты, кстати, вот сколько в своей артистической жизни дал раз автограф? Не знаю, миллион, может, даже больше. Ага, ага. То есть свою подпись на расписке ты узнаешь. Папа, я сказал, что я вернул, клянусь, я вернул. Эту фразу ты повторял в 2002, 2006, 2008. Ну и что? А в 2012 вот ты сказал, отстань, скоро конец света, процитировал. Да? Зато сейчас здесь будет номер, который мне сильно нравится, и которым я принимал участие. Хотелось бы взглянуть на это чудо. Пожалуйста. Давай. Ну там это болотное, протесты, свобода слова, там, долой взятки,
все бабки там сейчас, понимаешь? Да, да, да. Вот, так что встречайте в интернете мою премьеру, песня «Эй, уроды, ну-ка, хватит врать народу». Смело, смело. Да, а дальше? Дальше? Ну, что дальше? Ну, как положено, отсижу 15 суток, так. Но зато потом с часом по стране. Очень так, очень так. Ну, а сюда вышел, собственно говоря, в последний раз спеть песню «Кормилица Бобренная Русь» и в чулан ее лет на 5. Зачем? Пойми, Петрович, ну, она же по спине ходит, понимаешь? Лет через 5 достану и глядишь, эх! Слушай, ты точно достанешь, либо песню, либо глядишь, да-да-да. Сбоку, сам справлюсь. Да, не сомневаюсь. Ну, здравствуйте! Для вас моя песня «Кормилица» Бобренная Русь. Господи, 16 лет сёртвую тоже. Бобренная Русь, господи, фанерочку! Я за русскую Русь. Не за что бы за державу повешусь на фикусе. Со временем она становится... Ей нужна... Уже как-то водочки хочется... Или минералочки... Минералочки с фигом, да... Нет, что-то подожди, даже как бы не катит. Слушай, а давай сейчас посерьезно вернемся на 16 лет назад. Давай. На нашу дальнюю станцию. Настоящую дальнюю станцию. Попробуем. Вспомнишь что-нибудь, да? Да. Вот скажи, что у слона длиннее, чем кобра? Ну, что еще? Сопли! Красавец! Я не старался. Это ж не в дубле. Я тоже как мазарик на денег начинал, правда. Там меня, правда, заметили. Уволили. А у меня где был гармонист от Бога? Или откуда? Я не помню. У него на гармошке все время клавиши были. О, сядет и начнет. Выкал. Это классика, мальчик. Это клиника, девочки. Классика это он. Выступают таланты села Антоновка. А Анисов? Что Анисов? Ну, я пошутил только насчет Антоновки. Ну, мы же любим... Как называется твоя деревня? Thank you.
спасти, а утро.